Матрёна Степановна Громова, которой в этом году исполнится 95 лет, пришла в новое зрение с большой надеждой, как говорит сама наша героиня, вернуть глаза. Диагноз – катаракта. Никто не брался за операцию, а ведь и в такие золотые годы хочется радоваться жизни, видеть внуков и правнуков, смотреть любимые сериалы. Зрение на одном глазу отсутствовало, второй видел лишь на 20% от положенных 100. Специалисты нового зрения взялись за дело. Операции на оба глаза проведены успешно. Мы решили делать зрение. После того, как сделали операцию, буквальным образом она через полчаса вышла, все стало хорошо. И на следующий день она уже увидела дома соседние через улицу. На следующий день она уже увидела окна на этих домах. И сейчас, слава богу, она уже смотрит телевизор без очков. Спасибо большое врачам и всему персоналу клиники «Новое зрение». Пример Матрёны Степановны – это лучшее доказательство того, что от катаракты можно благополучно избавиться. К сожалению, консервативного лечения катаракты в настоящее время не существует. Катаракту следует удалять. Без хирургического вмешательства не обойтись. Слепота, связанная с катарактой, необратима. Мы сделали операцию, получили результат. Возможности диагностики, отношение человека к себе и развитие хирургии на том уровне, что уже не надо бояться операции даже при высокой остроте зрения, привело к тому, что этих операций становится все больше и больше. Катаракта – это любое помутнение хрусталика или его капсулы в глазу человека. Она может быть как возрастная, так и осложненная, связанная с другими заболеваниями или изменениями глаза или организма в целом. При катаракте свет, входящий в глаз, не достигает в полном объеме глазного дна, и изображение становится нечетким. Чем мягче катаракта, тем больше шанс получить на первые сутки уже 100% результат. Что мы имеем у пациентов, которые не запускают свою катаракту, а приходят на начальном этапе. И, конечно, и пациент, и доктор рад хорошему исходу операции. Операция для пациента переносится очень легко. То есть, хотя все мы живые люди, мы боимся врачей, мы боимся, что нам что-то будут делать там больно, неудобно и прочее. На сегодняшний день операция проводится амбулаторно. Операция проводится через прокол, всего лишь там 2 мм в глазу удаляется хрусталик, имплантируется линза, и пациент после операции уходит домой. На следующий день он просто к нам приходит, смотрится. Бояться этой операции не нужно. И когда у человека уже стоит диагноз, что у него катаракта, то это уже показание к операции. Не стоит бояться, не стоит тянуть с хирургическим вмешательством. Операция длится около 15-20 минут под видеонаблюдением. В клинике пациент в день операции находится порядка 2 часов. Через 4 часа после операции пациент дома снимает повязку и начинает капать противовоспалительные капли по стандартной схеме. Наши операции абсолютно амбулаторные, они не ограничивают ни рост пациента, ни самого пациента в каких-то передвижениях, не нужна госпитализация, не нужен длительный уход. То есть это быстрая реабилитация, быстрое выздоровление и возвращение как просто в рабочий строй, то есть возвращение работоспособности. Если пациент до этого не мог пройти медкомиссию именно по причине недостаточной остроты зрения, либо пациент не мог себя обслужить уже в домашних условиях, то это является показанием к операции и приходом к нам в клинику. Офтальмологическая клиника «Новое зрение» специализируется не только на возрастной катаракте, но и на осложненных случаях катаракт. И будьте уверены, после операции, удалив катаракту, зачастую можно вернуть молодые годы и сделать очки и контактные линзы ненужным атрибутом.